Вот у нас представитель компании «Зарубеж нефть», которые проспонсировали нам эту тропу осенью 2022 года. Наверное, первые разуются, да, Лена? Ну, конечно, конечно. Давай, да, открывай хорошо. Тропу. Давайте. Так, ну что? Ты уже на этой смене? Ой, классно, кстати, вчера утром. Здорово, мне нравится. Как вам? Представляешь, сколько белок здесь работало? Не покладая зубов. Да. Вообще, какой кайф, скажите. Я бы не хотел, чтобы они смешивались. Я бы хотел, чтобы остались эти яркие цвета. Я обожаю кедровые орехи. О, как круто! Класс! Мы теперь будем из офиса на обед выходить и идти по тропе в кафе. А вот это сунгит, который только в Карелии существует, на планете единственное место. Он уникален, он структурирует воду, фильтры добавляют несколько камней, потом можно растения поливать и быстрее растут. То есть вот стоя на шунгите, ты структурируешься. Так? Да-да. Еще потом второе транспортное кольцо. Для йогов можно было бы гвоздедорожку сделать. Класс, ребят, это просто восторг. Это восторг. Ура! Ура!